В зарослях черемухи душистой, соловей российский, голдятина. Здравствуйте, с вами Забавон, и сегодня мы будем разыгрывать то, что и обещали, целый Макларен. Для этого нужно было вступить в группу, поверить вот этому человеку, репостнуть вот эту запись и надеяться на чудо. Многие сказали, что это наебалово, даже вот в комментах полным-полно негатива. Но нет, на самом деле все правда. Сегодня мы будем выбирать победителя. Но победителя не из числа репостнувших, а из числа тех, кому понравилось. Потому что репостнувших довольно-таки мало. Не все верят в силу МММ. Итак, выбирать победителя будем с помощью программы «Эники-беники». Запускаем ее. Программа запустилась, давайте выбирать. Эники-беники ели вареники, эники-беники ели... О! О! А вот и победитель! Друг админа! Владислав Лунтин! Владислав, привет! Ты получаешь вот эту шикарную машину. Все, как мы обещали, в стиле голдятины, доедет своим ходом до твоего сраного Воронежа. Все честно. Если дед за рулем не умрет, то тачка твоя будет. Вообще, от души, братан. Как видите, чудеса сбываются. Мы обещали Жигуль. Мы вам вот Жигули и предоставили. Участвуйте в дальнейших конкурсах. Подписывайтесь, ставьте лайк. И всем пока. Да, кстати, мне спонсор талдычит в ухо то, что... У него, значит, есть еще машины на розыгрыш. Там BMW, Mercedes. В общем, все, как тоже будут у нас в группе разыгрывать. Особенно АКУ. АКА это, если кто не знает, передовая иномарка. Она созвучна с нашей русской АКОЙ, но АКА другая. То есть мы потом покажем, это эксклюзивная разработка. Всем спасибо и всем пока.